русских. Название водки — это первый президент России. Путин? А, нет. Первый президент России был Ельцин. Ельцин, а. Поэтому, ну как вам сказать? Ну, Горбачев, но это зачет не берется. Не берется, он, да. Потому что мы вышли, как говорится, на капиталистический строй жизни при Ельцине. А Горбачев развалил Россию, будем так говорить. Ну, не думаю, что это передадут службу безопасности России. Ну, в конце концов, что хотел сказать, что это вот ваши виноград, это мы будем пить на Новый год за ваше здоровье. А водочку, мы, думаю, вы выпьете сегодня. За ваше здоровье. За наше здоровье, за здоровье всего этого коллектива нашего дружного. И чтобы никто не болел. Спасибо большое. Я тоже вам слова глубокой благодарности вот, за прекрасно проведенные часы. Вот, если честно сказать, я впервые вот, в Турции. И надеюсь, что не последний раз. Вот, проложу дорогу теперь своим внучатам. Вот, возможно, в ближайшее время с женой приеду, когда появится возможность. Ну, замало! Поэтому вам слова благодарности. Это здоровья. Ну и, как сказал мой друг, коллега Вася, не надо же дожидаться Нового года, можете пробовать уже сегодня сейчас. Напиток абсолютно проверенный. Экологически чистый. На грудь можно принимать вот по такому пузырьку, абсолютно здоровый на следующий день. Здоровья вам и успехов. Спасибо большое. Спасибо. Вы на своем месте, я вам скажу. Спасибо.